Держись, отец! Выход рядом! Отец, отец, как ты? Скажи что-нибудь! Если ты не перестанешь меня трясти, я точно умру. Тише, тише, я еще не здоров. Главное, что ты жив, отец. Все благодаря тебе, сын. Ладно, об этом потом поговорим. Надо спасать КВ-44. Я в медпункт, а ты займись им. У тебя все получится, сын. Я верю в тебя. Я не подведу тебя, отец. Сделаю все, что в моих силах. Так, народ, просыпаемся. Работа есть. Так, народ, вижу, все в сборе. Надо выкрутить боезапас, благо его осталось немного, и откачать топливо для дальнейших ремонтных работ. Я буду корректировать ваши действия с командной рубки. Поехали! Так, отлично! Я вас вижу! Один из вас резет в люку и поднимается наверх для распечатки люков для выгрузки снарядов. Двое других подключают насосы для слива топлива. Поехали! Ладно, процесс ремонта запущен. Пойду проведу отца и заодно спрошу, что это за модель КВ-44, а то в нашей базе нету таких моделей. Где я? Ах, да, нехило меня так завалило после взрыва. Чудом живо остался. Надо выбираться отсюда и найти своих. Thank you.
Что случилось? Видимо, во время битвы повредили панель управления поездом. Нужно какое-то время, чтобы ее починить. Хорошо, я постою на страже. Август. Слышал, что скоро обещали подкрепление в виде каких-то робот. Слышал. Ох, и плохое у меня предчувствие по поводу этих роботов. Да расслабься ты. Нам обещали скорую победу. Представляешь, война скоро кончится. Вон, гляди, какая адская дыра. Ни одна живая душа не пройдет мимо нее. Все благодаря всевидящему оку, что подарил ее Левиафан. Без него она слепа, как курица. Что есть, то есть. Интересно, а можно это око как-то спить? Не хочу думать об этом. Хочу, чтобы побыстрее закончилась война, и я вернулся домой. Нужно как-то замаскироваться, чтобы меня не поймали. Ты кто такой? Из какой части? Я тебя первый раз вижу. Дора произвела выстрел по советской колонне. Нужно прочесать лес и проверить, не осталось ли там кого-нибудь из советов. Я не немец, я из Китая. Я просто маскируюсь. Давай я помогу тебе. Нет, друг. Посмотри на меня. Я отвоевался. А ты, пытаясь мне помочь, погибнешь сам. Что же мне делать? Так-то ты не сильно похож на немца. Тебе повезло, что тебя еще не раскусили. Сейчас нужно вести себя как они. А потом в какой-то момент попытайся улизнуть. Вести себя как они? Это как? Я все равно не жилец. А ты еще многое можешь сделать на этой войне. Тихо. Едет офицер. Стреляй в меня, чтобы не рассекретили.
Прости, друг. Смогу один отремонтировать КВ-44. Мне нужна твоя помощь. Сынок, я очень слаб. Я не смогу тебе помочь, но верю в тебя. Ты совсем справишься. Ты так думаешь? Да. Вспомни, как ты помогал мне с Фиджероном. У тебя все получится. Вам сюда нельзя. Он что, рехнулся? Все хорошо, соберись. Нельзя посрамить имя моего отца. Что с ним происходит? Вы здесь оказались. Вы почти спасли мне жизнь. Ну, жизнь не жизнь, а вот репутацию спас точно. Как я сюда попал, неважно. Я просто хочу предложить свою помощь. У меня немалый опыт за плечами. Откровенно говоря, я бы не отказался от помощи более опытного товарища. Конечно, я помогу тебе. Только одно мне интересно. Почему ты отказывался от моей помощи раньше? Я хотел доказать, что гожусь на что-то. В первую очередь, моему отцу. Мы много работали вместе, но я всегда нуждался в его помощи. А тут мне выпал шанс самому проявить себя.
Ты многое умеешь, но некоторые вещи приходят только с опытом, после усердного труда и многократного повторения. Вы думаете, из меня выйдет хороший механик? Я уверен, тебе нужно только набраться терпения и усердно работать. Значит, вы мне поможете? Конечно, за работу! Широкую. Сильно досталось от отца. Я чудом выиграл эту битву. Если бы не поглощенные души, я бы проиграл. Уже скоро начнется подготовка высадки роботов в последней советской крепости. Но до этого времени мне надо залечить раны и набраться сил. Он выглядит очень слабым и сильно раненым. Это мой шанс его убить и единолично править всем миром. По крайней мере, война скоро кончится. Советам скоро придет конец. Что это такое? А ну быстро открыл дверь, и от тебя ничего не останется. Я займусь позже. Come on.
обойдусь без этого. Просто раздавлю вас всех. Ну что, кто из нас двоих смеется последним? Поеду, взгляну на него поближе. Ну что, встал? В сторону! Надеюсь, в этот раз ты умер окончательно, а не твоя очередная версия клона или какой-то дьявольский трюк. Это что еще такое? Мне срочно нужно вернуться к пульту управления. Кто это такие и почему они появились именно сейчас после смерти Левиафана? Это что, его стража или какие-то приспешники? Капитан, тут какие-то монстры. Они нападают на всех подряд. Нужна срочная эвакуация. Никакой эвакуации не будет. На кону стоит власть над всем миром. Отбивайтесь своими силами. Нужно заблокировать все уровни, чтобы они не переместились по базе. Не будет. Он нас бросил на произвол судьбы. Благо, готовность войск уже к отправке больше 80%, и они находятся далеко от стартовых кораблей. Эй, ты! Та, ты! Я еще не придумал тебе имени, но я приказываю тебе уничтожить всех захватчиков и не допустить их прорыва к командному пункту управления. Так. Дверь все еще держится. Черт, сражение тут по всей базе. Погрузки войск осталось 10%. Это кто там такой дерзкий? Сейчас я с тобой разберусь. Придется снять парочку роботов для безопасности на критически важных участках базы.
Эти монстры сражаются между собой. Надо этим воспользоваться и натравить их друг на друга. Так мы быстрее с ними справимся. Не меньше. Если хочешь быстрой смерти, говори, ты видел моего брата? Значит, ты выбрал мучительную смерть. Куда он делся? Трус, но ничего, я тебя еще найду. Ладно, это сейчас не важно. Главное, отвлечь этого монстра от ворот. Я что-то не понял. Что это сейчас было? Ты что, быканул на меня сейчас? Ну, чё молчишь, сопля зелёная? Отсюда, сопля зеленая, поиграй где-нибудь в другом месте. У больших дядь сейчас будет серьезный разговор.
А этот монстр умен. Надо будет понаблюдать за ним. Но сейчас меня интересует, куда провалились те двое. Это что еще за слизь? Черт, они повредили пульт автоматического управления. Теперь мне придется оставаться здесь и управлять всем вручную. Thank you.
это же тело хозяина. Но где же его душа? Не могли же его победить эти слабаки? Или хозяин опять затеял какую-то свою игру? Впрочем, это не важно. В этот раз никаких копий или иллюзий. Только захват. Что ты стоишь? Стреляй в него! Это враг! А, черт! Он не может нас различить! Стреляй в него! Я настоящий! Я же знаю командное слово. Слушай мою команду, ты, кусок железа. Кодовое слово – молоко и печеньки. Повторяю, кодовое слово – молоко и печеньки. Поиграли, хватит. Пора мне показать свою истинную силу. Уничтожь его! Заклинание «Стальная стена». Не может быть, ни царапинки. Странно, почему хозяин так редко пользуется своими основными заклинаниями. Похоже, он тот еще любитель позаигрывать со смертью. Ладно, моя очередь атаковать. Отступаем. У меня есть еще один косарь в рукаве. Я вижу, ты совсем не поумнел. Откуда мне знать, ведь я мимик. Хотя у хозяина остались кое-какие воспоминания о твоем брате, но боюсь, они тебе не понравятся. Похоже, оторвался. Местность мне незнакомая, я быстро тут заблужусь. Но недалеко отсюда я слышал звуки проходящего поезда. Попробую найти железнодорожные пути и пойти вдоль них. Где этот странный солдат? Найти его!
Как у тебя? Не хотелось бы застрять на вражеской территории. Не все так радужно, как хотелось бы, но я буду пытаться дальше. Что это? Немецкий бронепоезд? Обойду я его, пока мне не заметили. Стоять! Ты кто такой? Я свой. Та, свой. Мне вот только баварские сардельки на уши не вешай. Твики, давай. Что это у тебя там? Кто это? Говорит, что свой, но акцент у него явно не немецкий. Ну так и вы по-немецки не говорите. Не умничай тут мне. Кто там? Стой. Я же тебя знаю. Ты же китайский механик. Я думал, ты погиб. Мне повезло. Я выжил. Парни, расслабьтесь. Ему можно доверять. Расслабьтесь. Немцы за нас? Эти да. В общем, длинная история. Как-нибудь расскажу. Загрузка из... чая. Стой, не выезжай на свет. Если тебя заметит око Доры, оно разнесет это место. О, спасибо. Слушай, ты же механик. Помоги нам починить поезд и добраться до базы. Запросто. Как две палочки за место вилки. Так-так, что это у нас? Укненный бронепоезд. Все в поезд. Брат Кости. Скажите, что все готово. У нас враг за спиной. Дай мне немного времени, и я доделаю. Задержите их на пару минут. Черт. Сейчас что-нибудь придумаю. Их надо задержать на пару минут. Наши пушки их не пробьют. Стреляйте по глазам и гуслям. А я за пушку на крыше. Она точно пробьет. Стреляйте по клавной пашне. Это самое страшное, что у них есть. Нам теперь делать?
продолжайте стрелять по гуслям. Мы сделали все, что смогли. Времени больше нету. Запускай поезд. Я не понимаю, почему не заводится. Сейчас еще раз проверю кое-что. Они уже близко. А, вот в чем дело. Давление упало. Ну, гони, давай. Как только давление поднимется в котле, двинемся. Пару секунд. У нас нету этих секунд. Офигеть! Что это было? Это было попадание Торы. Нам повезло, что мы вышли из зоны поражения. Это чистая удача. Вторым залпом нас добьют. Этого нельзя допустить. Мы не зря столько пережили, чтобы умереть просто так от какой-то Доры. Эй, механики, есть какие-то идеи? Нужно убраться как можно быстрее и дальше с зоны поражения. Надо подумать. У нас нету времени на раздумья. Можно замедлить ход, чтобы ей было сложнее вычислить траекторию падения снаряда в нужное место. Но пока мы будем набирать скорость, третий выстрел нас накроет. Уи, у меня есть мысля. Можно затупить тормоз в вагоне и тащить его на полную скорость. А во время выстрела отцепить его и на полную скорость дать по тапкам. Ты тут главный. Решай тебе, какой вариант выбирать. Чего тут думать? Делаем, как предложил француз. Я дам сигнал, когда отстегивать вагон. А ты успеешь обратно вернуться? Успею. Так, давайте, дуйте в начало поезда. Нет времени объяснять. Соединяй! Командир, вам стоит на это взглянуть. Ну что там еще? Немецкий поезд едет прямо сюда. Так пускай им займется КВ-44.